Ребят, впервые в истории России вы можете передать болезнь, которой у вас нет, человеку, который вакцинирован против нее, причем если по Гинзбургу вакциной, которая защищает на 100%. И люди в это верят. Блин, что у вас в голове? Но серьезно, я вот так вот задумываюсь. Недавно дядьку одного умного слушал, который очень грамотные вещи сказал. Он говорит, смотрите, сегодня за одного больного больницам платят, ну, где-то примерно 150-200 тысяч в день ежедневно за каждого больного. Да, конечно, при таких раскладах люди у нас будут болеть. Вы начните платить за каждого выздоравливающего, а не за больного, и вы офигеете, цифры поползут вниз. И все-таки балдю я от наших чинуш, точнее от их птичьей терминологии, не имеющей под собой даже толики хоть какого-то обоснования юридического, научного и так далее. А у нас меж тем еще один недотермин к задымлению, хлопку, подтоплению, отрицательному росту и самоизоляции. Добавились нерабочие дни с сохранением заработной платы. Вот сегодня как раз начались по всей стране, это не выходные. Ни карантин, и уж тем более не режим ЧС или ЧП. Это, короче, какой-то режим, который якобы направлен на то, чтобы люди меньше контактировали друг с другом, что возможно. Поспособствует снижению числа заболевших, но это не точно, но. При котором, и вот это уже абсолютно точно, власти не несут ни за что никакой ответственности от слова «вообще». То есть, грубо говоря, боишься заразиться? Попробуй спрятаться под кровать, должно помочь, если не поможет, а кто ж тебя, дурака, заставлял туда лезть? И у меня вот, вы знаете, тоже возникла идея, хочу подкинуть в данную копилочку, и так готовы. А я знаю, как снизить показатели смертности от ковид на России. Да просто умерших надо называть не умершими, а неудачно выздоравливающими, как вам? Не благодарите, господа чиновники, я просто попытался немножечко побыть патриотом. Начинаем! Настоящей кладезью для моего цитатника бредовых афоризмов на этой неделе стал лепет господина Гинзбурга, это глава института имени Гамалеи, разработчик популярной в определенных кругах вакцины «Спутник V». Так вот, старый маразматик, академик, такие перлы выдавал, заслушаешься, ну вот, например, побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины для подростков, незначительны. Чаще всего это температура, которая поднимается до 37 с небольшим градусов. Это все, что сказал дяденька, почему температура у детей поднимается, что служит предпосылками к нарушению нормальной работы молодого организма, к каким последствиям оное может привести в дальнейшем. Гинзбург решил, что это не важно. Поднимается, ну потому что поднимается, ваше какое собачье дело, и вообще, с каких это пор вы перестали верить друзьям Владимира Путина на слово? Вы что, с ума сошли, что ли? Впервые, кстати, с момента начала массовой вакцинации прозвучал и ответ на вопрос, почему заболевают привитые. Год почти целая армия кремлевских пиарщиков, пропагандистов, чиновников от здравоохранения, то есть огромная толпа специально обученных людей целый год, повторюсь, придумывала чё-то такого насвистеть, чтобы оно выглядело поубедительнее. Леонидыч, в смысле Саша Гинзбург, решил вопрос в 3 секунды, да потому что купили люди свои сертификаты, прям так и сказал. А что, так можно было, что ли? Никаких тебе расследований, никаких исследований, даже без размытого будем разбираться сразу в лоб. 80% заразившихся сертификаты о вакцинации купили. Кто сказал? Я сказал, даже цифру конкретную человек не побоялся озвучить, она откуда-то у него уже была. Красота. Господа, я что-то пропустил? Гинзбурга успели объявить мессией Всевышним. Кто и когда? А серьезно, вы не обратили внимания, что в последнее время наши чинуши и околоплавающие как-то перестали заморачиваться с пруфами? Для них стало нормой делать заявления, которые вообще ничем не подтверждаются. Для нас стало нормой воспринимать голословие как истину в последней инстанции. Слушайте, таким макаром мы скоро надписям на заборах верить начнем.
Это реальная журналистика в некотором царстве, в некотором государстве. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А впрочем, если бы Гинзбург этим ограничился, фигу, про маркеры же в вакцине все уже в курсе, да? Тоже Леонидыч ляпнул. Наличие нашей вакцины, сказал, в организме привитого легко проверяется. Мы туда маркеров каких-то напихали. Пропагандисты третий день его отмазывают, статьи строчат, мол, нет-нет-нет, вы неправильно поняли человека, речь не о чипировании. А старый неадекват тем временем продолжает изрыгать новые порции бреда, вот уже из вчерашнего. Короче, если его спутник, примените вместе с назальной вакциной, защита от вируса будет 100%, заявил дедок. Твою мать. Да ты же вот только 3 дня назад сидел, краснел и отмазывался, отвечая на неудобный вопрос, почему вакцинированные заболевают. Пропаганда всем табором сейчас пытается сгладить острые углы. Нет, он новое громкое заявление выплевывает. К тому же это ведь уже было. Тот же самый Гинзбург в июне, например, верещал о надежности своего спутника в 90% случаев даже с новыми штаммами. Про иммунитет говорил, который 2 года способен защищать пациента, затем 2 года превратились в 6 месяцев. С антителами тоже какая-то непонятка вышла. Итог. Сейчас, когда привиты 52 миллиона россиян, мы выкатываемся на первое место в мире по заболеваемости и смертности. Знаете, я бы на месте Кириенко просто запретил этому пассажиру появляться на публике и открывать рот. Мне тупо народных денег жалко, которые ребятишки тратят на пиар-компанию вакцинации. Они там что-то стараются, работают, а потом хлоп, и какой-нибудь вот такой чудак на букву М пресс-конференцию собирает и пускает пропагандистские успехи коту под хвост. Ладно, шут с ним, с этим Гинзбургом, поскольку у меня для вас есть еще кое-что интересное. Лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией стоит более 1000 000 рублей. В территориальном фонде ОМС рассказали, во сколько обходится уход за одним человеком в больнице. Так, за лечение пациента средней степени тяжести медучреждение получает около 120 000 рублей. Если степень заболевания оценивается как тяжелая, то эта сумма увеличивается до 170 000. Да-да-да, я про вот эту вот сказку о том, что лечение одного ковидного больного обходится бюджету в 100, 150 и даже 200 тысяч рублей, ну все зависит от региона. Халуи от пропаганды, фейкометы и пустоголовые ура-патриоты подхватили, значит, это знамя, орут теперь на каждом перекрестке, мол, из-за этих антиваксеров такие деньжищи приходится в унитаз спускать. А вот теперь давайте я вам что-то расскажу. Дело в том, что на сегодняшний день, а сегодня, дай бог памяти, 29 октября 2021 года, так вот на сегодняшний день лекарство от коронавируса не создано. Это официальная информация. Нет лекарства, его не существует в природе. Больных лечат препаратами от заболеваний со схожей симптоматикой, ОРВИ, грипп и так далее. То есть, грубо говоря, стреляют патронами, приблизительно подходящими по размеру. Внимание, вопрос! На что в таком случае бюджет тратит там примерно 200 тысяч ежедневно? В пересчете на одного заразившегося на какое лечение? Чем? От чего? Ну нет у нас ананасов. То есть, господа, они по сути суп из топора для нас варят, но цена этого супа 200 тыр за порцию. С другой стороны, это же Клондайк, Эльдорадо. Лечат, не имея лекарства. На это тратятся миллиарды каждый день. Даст Бендер нервно курит в сторонке. Ну и под занавес не могу не озвучить вот это. Если честно, я немного оторопел, когда наткнулся на данную статью. Итак, «Волгоградская правда», читаем вместе. Медики получат премии за выполнение плана по вакцинации. Ух ты. Может быть, я чего-то не догоняю? Это что ж получается? Нас с вами прививают не для здоровья, а ради какого-то плана? Думаю, нет смысла объяснять, в чем разница, когда что-то делается во благо, а когда ради плана. Ради отчета, ради бумажки, ради галочки. Хочу сейчас к волгоградцам обратиться, у вас ничего не заёкало. Вы, оказывается, для них не люди, вы цифры статистики, которая где-то кем-то уже утверждена.
Врачам надо просто сделать так, чтобы дебет сошелся с кредитом, и тогда им заплатят деньги. Прямым текстом вон оно и написано. Круто, чё. Ну и, кстати, возвращаясь к самому началу выпуска, поздравляю всех. С началом очередного, ну, как будто бы локдауна, напомню, что ковид поражает в первую очередь легкие, в связи с чем мегаспециалисты от российского здравоохранения предложили вам в ближайшие 2 недели закрыться дома и подышать посильнее пылью, от этого вы точно начнете выздоравливать и, видимо, как мухи, ах, ну да. И еще вот сейчас уже поступило предложение прививать наших детей, имеется в виду не подростков, маленьких детей и беременных женщин. Красота! Беременным даже лекарства нельзя. А прививать от ковида вакциной, которая не до конца изучена, оказывается, можно. Все, это была реальная журналистика. Спасибо, что уделили время. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению ролика. В соцсетях тоже жду. Вот, например, в Телеграме ссылку оставлю в закрепленном комментарии. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока-пока!